Дети. Победа к нам приходит вновь и вновь. Прекрасна и юна, как в 45-м. Приходит в блеске старых орденов. На пиджаке бывалого солдата. Умытая слезами. Не дождем, сверкая не огнем, а счастьем жизни. Победа к нам приходит вешним днем, чтоб никогда не позабыть о том, какой был подвиг совершен отчизной. 9 мая народы России, все люди земли склоняют головы в память о павших. Благодарность участникам Великой Отечественной войны, которые своей жизнью и тяжким ратным трудом обеспечили великую победу над немецко-фашистскими захватчиками. День Победы – праздник особенный. Наверное, нет семьи, которая бы не отметила его, поздравляя умиленных сединами ветеранов Великой Отечественной войны и тех, кто в тылу своим поистине героическим трудом поддерживал силу и мощь родной армии. Это праздник нескольких поколений, которые защищали родину от фашистских захватчиков. Не уронили честь и славу русского солдата сегодня. И праздник тех, кому еще предстоит беречь и множить славу отцов и дедов. Портреты победителей несут. Бессмертие представлено к награде. В облегших снимках разных лет видна война, эпоха лихолетия. Грудь в орденах за множество побед, за мир в стране на многие столетия. По площади идет неровный строй. Их дети, внуки, вдовы и сироты. Для каждого из них он был герой. В атаку шел на вражеские взоты. Победный гром салюта, ваша честь. Бессмертны в памяти людской остались. Святой была фашистам ваша месть. Вернуться с той войны не всем досталось.
часть планеты отмечает 69-ю годовщину окончания Второй мировой войны. Самой страшной, масштабной и разрушительной в истории, в которой в разное время приняли участие представители 61 государства. Всего в той войне человечество потеряло более 50 миллионов человек. Дорогие ветераны, спасибо за нашу победу! Мы не только победили фашизм, но и подарили жизнь миллионам людей. Желаем вам крепкого здоровья, вечная память павшим, вечная слава живым! За время войны свыше 460 тысяч жителей края стали фронтовиками. Треть из них погибли в боях за свободу и независимость нашего Отечества. Край занял первое место в Сибирском военном округе по мобилизации людских ресурсов. Уважайте, окружите вниманием и заботой ветеранов, которые живут рядом с вами. Их осталось совсем немного. С праздником Великой Победы! Мира и счастья всем, живущим на земле! Ура! Ревущего грома вы в бой поднимались светло и сурово. С Днем Победы! Ура! С первых дней войны в Красноярском крае началось патриотическое движение по оказанию помощи фронту под лозунгом «Все для фронта! Все для победы!» За период войны в военкоматы края было подано 35 343 заявления о добровольном вступлении в армию. Историю войны, победы должны знать все, пока помнят все, будут благодарны павшим и живым. Мы непобедимы! Солдаты Мая, слава вам навеки! Ура! Отправлены на фронт школа авиатехников, полк народного ополчения, лыжные батальоны, 133-й отдельный батальон линейной связи, полностью состоящий из женщин, 29-й отдельный дивизион бронепоездов. Мы, живущие в мирное время, должны помнить и чтить их память. Россия – великая держава, и мы граждане великой страны. Россия! Продолжение нового века. Это мы, дети и внуки солдат. Это мы, солдаты России. Это мы, защитники нашей страны. Это мы, это мы, это мы. Праздником! Ура! Будем достойны памяти павших. Их подвиг будет жить в веках. Мы радуемся, что можно под бедным небом спокойно учиться, мечтать, играть. Докажем своими добрыми делами, что мы тоже будем достойными защитниками Родины. Слава героям! Ура! 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 Мы славим наших ветеранов, достойных чести и любви. Пускай поменьше ноют раны, пускай подольше соловьи. Пусть годы их светло текут, и хорошо они живут. Здоровья и долголетия нашим ветеранам! Ура! За нашей жизнью умирали те, кто сегодня старики. С последним выдохом кричали «Вперед! Смерть!
Африки. Мы внуки твои. Победа! Ура! А если ты молод и позже рожден, прими эстафету с Буда. Победным салютом и первым дождем весну 45-го года. Ваш подвиг, наша жизнь. Ура! Огромная благодарность и низкий поклон всему поколению людей, выстоявшего перед страшной агрессией под названием фашизм. Помним вас, защитники Отечества, всех тех, кто принес нам победу, а вместе с ней и весну 45-го года, года жизни, года любви и счастья. Салют, победа! Слава, страна! Ура! Только весной могла прийти та долгожданная победа, которую мы заслужили и за которую ваше поколение заплатило огромную цену. Мы всегда будем перед вами в неоплатном долгу, дорогие наши люди, люди великой славы. Победу у нас сзади и спереди будет. Но мы бережно храним память о них и отдаем дань уважения всем оставшимся в строю ветеранам. Победа над фашизмом позволила нашей стране остаться независимым государством и обеспечить мирную жизнь. Мы наследники великой победы. Ура! Но в истории круглая дата, и весь мир будет помнить урок, и советского помнить солдата. Не забудет ваш подвиг страна, от великой победы к великой России. Ура! Люди, разработавшие отличную школу скалолазания. Во время исторических боев за Кавказ два отделения горно-разведывательного отряда были сформированы именно из Красноярска. Спасибо вам, солдаты! Единственным регионом за Уралом, где шли военные действия. Летом 1942 года немецкое командование решило выселить на остров Диксон. Ни одной своей задачи. Пусть мужество ваше нам будет примером. Ура! Флагу были награждены орденами и медалями. 55 наших земляков стали кавалерами солдатского ордена славы, а 191 солдату присвоено звание Героя Советского Союза. Вы и сейчас настоящие солдаты. Бывших победителей не бывает. Вы настоящие герои. Слава народу-победителю! Ура! Победа в мае 1945-го – это набат, утверждающий жизнь без войны. Это святой символ верности Родине, которая живет в каждом из нас. Наши предки всегда умели побеждать. Миллионы людей во многих странах мира носят на груди георгиевские ленты с гордостью. Георгиевская лента – это символ отваги, мужества и героизма народа Советского Союза. Ваша жизнь, ваш подвиг – это наша жизнь, да? Это мы, солдаты России, это мы, защитники нашей страны, это мы, это мы, это мы. С праздником! Памяти павших, их подвиг будет жить в веках. Мы радуемся, что можно под мирным небом спокойно учиться, мечтать и играть. Докажем своими добрыми делами, что мы тоже будем достойными защитниками нашей огромной Родины. За наши жизни умирали те, кто сегодня старики. Победа! Ура!
Царство. Огромная благодарность и низкий поклон всему поколению людей, выстоявшим перед страшной агрессией под названием фашизм. Мы помним вас, защитники Отечества. Только весной могла прийти долгожданная победа, которую мы заслужили и за которую ваше поколение заплатило огромную цену. Мы всегда были перед вами в неоплатном долгу. Дорогие наши люди, люди великой славы. Своим гражданам слава великой Отчизне! Ура! И до сих пор мы слышим шум кабели. Кабельня той и ранней той весны. Как хорошо, что вновь скворцы забили. Как хорошо на свете без войны. День великой победы. Полотно победы несут участники молодежного актива города Дивногорска. Что прошли? Подписание акта о безоговорочной капитуляции германских вооруженных сил. Этот акт составлен на русском, английском и немецком языках. Только русские и английские тексты являются аутентичными. Подписано 8 мая 1945 года в городе Берлине. Мы передавали акт о военной капитуляции Германии.